За соблюдением противопожарного режима постоянно ведет надзор межрайонная природоохранная прокуратура. Так, осенью во время выезда ведомством было установлено, что на территории сразу нескольких районов области – Сасовского и Кадамского – имеются следы лесных пожаров. Притом площадь возгорания огромная, говорят сотрудники, 168 и 28 гектаров. При этом лесничеством данные пожары не были зафиксированы. Акт о пожаре, который необходимо составлять в каждом случае, составлен не был. Соответствующие меры, которые принимаются в связи с пожаром в лесу, не принимались. Информация в Министерство природопользования Рязанской области со стороны лесничества о произошедших пожарах не направлялась. По этой причине достоверная информация о пожарах на территории региона и отсутствует. Причем факт лесных пожаров был скрыт начальником лесничества в пожароопасный период 2019 года. В связи с этим Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении начальника лесничества были возбуждены административные производства за сокрытие экологической информации, которые были направлены для рассмотрения в Министерство природопользования Рязанской области. Теперь начальнику лесничества грозят штрафные санкции. Также внесено представление об устранении правонарушений. В нем указано, что нарушения эти нужно зафиксировать и направить информацию об этом в соответствующие инстанции. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой такие рейды проводятся регулярно. Ведомство осуществляет надзор за соблюдением лесного законодательства, в том числе за реализацией на территории региона национального проекта «Экология». В частности, в рамках этого проекта на территории региона реализуется федеральный проект сохранения леса. Сюда входят лесовосстановительные мероприятия, закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники и многое другое. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».